Когда я потерял ориентир, сам не заметил, когда я выехал на взлетную полосу, то есть, ну, будем считать, что выехал. Машина моя была уже, хоть от фонарей, но она стояла. В это время произошло столкновение. То есть самолет шел на взлет, я его практически не видел, не слышал. Потому что техника работает, все.